Байден что говорит, когда закончится? А он не говорит об этом, он сейчас только там поливает грязью Путина. Еще американцы заинтересованы. Ну, американцы заинтересованы, понимаешь? Я думаю, что, в принципе, вот эта вся ситуация и спровоцирована была на то, чтобы наши втянулись в эту войну, да, то есть и, так сказать, готовили украинцев, и чтобы втянуть нас в войну, да, то есть и чтобы мы надорвались и экономически полностью нас разрушить. Ну, потому что с экономикой сейчас очень все сложно. Пока, Димон, все идет по плану. Только по по американцу. хорошему американскому плану. Да. Еще полгода такой войны, и, в принципе, ты уже не сможешь вернуться в Россию, видимо, не будет. Он иногда говорит правильные вещи. То есть он говорит, что на сегодняшний момент для того, чтобы эффективно проводить эту дальше вот эту всю операцию военную, нужно каким-то образом отрезать поставки оружия из Польши, из Румынии, из Венгрии, из Чехословакии. Поскольку Украина граничит с этими странами, и граница открыта со стороны Западной Украины, то, соответственно, пока там оттуда все будет поступать, в том числе и наемники, и вообще бог знает что, всю эту войну можно затягивать на черти сколько времени. Вот они решили, значит, ну, он говорит, что, естественно, нужно это каким-то образом отрезать. Но отрезать это нужно ресурсы, нужны люди. А откуда их взять-то? Нет, ну взять в таком количестве. В таком количестве ресурсов, техники и личного состава. То есть это нужно как минимум втрое увеличить или в четверо войска. А без мобилизации каким образом это решить? Это решить невозможно. А мобилизацию они не делают пока. Ну, вот и получается, тяни толкается. Где-то я слышала, что есть добровольная мобилизация, но я... Ну, там несколько тысяч идиотов найдут, конечно, сумасшедших, Ну, я... которым хочется экстрима, и которым еще, видимо, там ноги свои мешают, вот, или там руки. Вот. А От в Украины. условиях санкций я даже не представляю, как мы все это вытянем. Просто Результат. что будет после войны? Нет, Когда ну война как... закончится, вот мы победили. Ура, все, наши флаги везде висят. А дома разрушены, экономика разрушена. Какими деньгами, какими средствами? И там 2 миллиона беженцев. Здесь не в этом вопрос, а именно что вопрос, что хотят наши на сегодняшний день. Я не знаю, Ну, что хотят. то есть, как бы, вот, ну, говорят о том, что признать Крым с Донбассом, да, то есть, и, что еще, нейтралитет Украины. Как Крым с Донбассом? Они говорят, Донбасс не в том смысле, какой он был по факту, Ну, а правильно. именно в границах административных. Туда входит Мариуполь. А Мариуполь, как на сегодняшний день, это одна из крупнейших у них таких промышленных зон, которые приносят доход в бюджет. То есть там Украина именно. Украины, то есть там угольные заводы, крупнейший металлургический завод. Если сейчас их обрезать, то Украина просто денег даже в бюджет не будет, чтобы они концы с концами, Видимо, как государство. поэтому они, видимо, там не могут договориться. Естественно, на они И упираются. плюс выход у них идет ну, то есть Крым через сухопутные границы, да, то есть через Крым проходит именно тоже, в том числе именно через этот Мариуполь. Я так понимаю, что просто с Зеленским договорились, пообещали ему. Но это же не просто так, что человек, знаешь, не пошел на переговоры, а вступил в военные действия. Нас как в Афганистане втянули в свое время в эту войну. Вот. И не надо было туда лезть, ни хрена, в этот Афганистан. Не рассказывал, нет? Мы, короче, когда ехали, ну, у них, короче, везде, как ты въезжаешь в какое-нибудь село, поселок, город, у них, короче, везде крест стоит. Ну, это, только въезжали, у них, да, везде кресты почему. Каждый населенный пункт, как въезжаешь, у них крест стоит. Ну, типа, настолько верующие. И в каждый дом заходишь, у них тут иконы стоят дома. Ну, это же ведь начиналось с Руси, с Киевской Не, ну Руси. дело в том, что, Дим, на самом деле вообще Русь-то, она с Киева пошла. Да, я знаю. Изначально была аж Киевская Русь. И до 13-14 веков даже епархия вот эта вся, она Нет, была там киевская, самое главное. да, ну, московские епархии тоже существуют в Киеве, да, то есть там очень много также святых мест и церквей Ну, стоит. там Киевская Лавра, очень много мощей святых таких. То есть это такое мощное место, это же Русь. По сути, это Русь. Мы сейчас просто два славянских народа друг друга похарим, трескаем. Вот, но это вообще, конечно, безобразие. Это же не какие-то там эти талибы или маджахеды или еще какие-нибудь.